Монета 10 рублей 2013 года, Российская Федерация, Санкт-Петербургский монетный двор. Серия «Города воинской славы», Архангельск. На реверсе монеты прописан номинал «Крупное число 10» с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется более мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла наклона монеты попеременно просматривается надпись «Руб» и число 10. Ниже обозначено название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Рублей». Слева полукругом вдоль канта лавровый вид. Справа также полукругом вдоль канта дубовый вид. Под правым нижним листком дубовой ветви отчеканены мелкие стилизованные буквы СПНД, знак Санкт-Петербургского монетного двора. Ниже указан год чеканки, дата 2013. Над числом 10 полукругом вдоль канта выпуклыми буквами надпись «Банк России», обозначение эмитента. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальная, в центре поля монеты отчеканен герб города Архангельск. Утвержденный 10 октября 1989 года. В золотом поле изображен летящий архангел в синем одеянии с огненным мечом и щитом, побеждающий черного дьявола. Летящий архангел в синем одеянии с огненным мечом и щитом символизирует русское воинство, победу сил добра над силами зла. Черный дьявол олицетворяет неприятеля, зло, которое будет побеждено. Герб имеет декоративное обрамление. Герб города является гласным, поскольку название города происходит от наименования Михаила Архангельского монастыря, вблизи которого он был основан по указу Ивана Грозного в 1584 году. Под гербом полукругом вдоль канта надпись «Архангельск». Над гербом картуш с вдавленной надписью «Города воинской славы», обозначение серии монеты. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты прерывисто рубчатый. 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками. Монета изготовлена из стали с латунным гальванопокрытием. Магнитными свойствами обладает, липнет к магниту. Весит монета 5,63 грамма. Диаметр 22 мм, толщина 2,2 мм. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 10 миллионов штук. Средняя цена монеты от 10 до 30 рублей. Для серии «Города воинской славы» характерен брак непрочекан. Но локальные непрочеканы, когда становятся плохо видны отдельные буквы или слова, ценятся невысоко, до 100-200 рублей. В тех случаях, когда из-за слабого удара штемпелем или его износа пропадает почти все изображение на монете, цена может вырасти более 1000 рублей.